Всем привет, с вами мистер Бролинсон, и мы играем в Armies of... Я читаю хер смерть, вот это, не знаю. Купил эту игру за 38 рублей, но... Просто, ну, люблю я такие игры, короче, играю сейчас. Ностальгия прям такая. А нажмите кнопку Escape или Start. Типа такой сомневает зомби, но раздел. Ни хера не показывает, что по телевизору. А, это, наверное, надо пропустить. Так, вот он у нас 30 уровней. Ну, это какая-то херня, хер знает. А, имеется шоп, он пока не работает. Ага. Так, на хеле попробуем. Геймпада не стал подключать? Так. Ой-ой-ой. Ну это жестко, жестко. Ну, я просто, у меня там сотчик оставался на Алиэкспресс, сколько туда пришел. Так, на харде деньги. Так, и хер. Все, а где что дроводера? Нормально. Так, прошли. А, шоп. Автомат какой-то. Апгрейд, да? Давайте попробуем апгрейд сделать. Все-таки я не супер игру первый месяц прошел. Ну, второй раз я первый месяц прошел. Давай, 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 давай. Какие-то плюшки. А, не знаю. Чтобы это. Все, заработал почти пятак. Похоже на это Resident Evil, тетка там, нет? А, не в курсе, так. Опа, броники. Увеличивает скорость передвижения. Третий уровень. Норма.
Ого, а теперь без картинок. Как же плохо. Ну, я не знаю, это как будто 2015 года игрушка, ну, такое ощущение, что... Что она тогда... Мало денег за хардкорчик. Надо пушку улучшить свой хард. Чего она так долго? Опа, что это было за скиллава? Шоп. Thank you.
повыше, повыше. О. Это долго, чтобы собрать монету. Не успел монету подобрать. Так. Шоп. Давайте попробуем вот эту пушку. Так. Могу. Что-то вот это новое, да? Собака. Долг зомби. С вами был Мистер Брайленс, мы играли в Зомбиленд, скажем так. Всем спасибо, всем пока.